Усі житлові будинки міста Запоріжжя станом на 11 листопада отримують теплоносії від концерну МТМ, повідомляє сайт підприємства. Чи дійсно тепло дійшло до наших домівок? Яка його вартість буде цієї зими? Та які проблеми виявили у процесі запуску опалення? Відповіді на ці питання ми шукатимемо сьогодні, 12 листопада, у програмі «Тема дня». В студії працює Наталя Зворигіна, і сурдоперекладом нам допомагає Галина Воротнікова. Добрий вечір. А я вітаю наших гостей. Це Олексій Бородай, заступник Запорізького міського голови. Добрий вечір. І пан Олександр Грек, керівник концерну «Міські теплові мережі». Добрий вечір. Я дуже вам вдячна, що ви знайшли час завітати до нашої студії. І зразу до вас запитання, а в ваших домівках тепло? Так. Я думаю, СББ, і ми затопили ще 7-го, по-моєму, числа. А в вашому домі? Да, у нас теж тепло вже, це приблизно 5-го чи 6-го числа у нас було включено тепло. Ну, повертаючись до теми подачі тепла у всі будинки Запоріжжя, давайте переглянемо інформацію на сайті концерну. Повідомляється, що усі житлові будинки міста Запоріжжя отримують теплоносій, але є невеличке уточнення. Теплоносій подається до межі балансової та експлуатаційної відповідальності зовнішньої поверхні стін будівель усіх будинків. І тут же додається список адрес, де досі залишаються непідписаними акти готовності до опалювального періоду 19-20 років. Таких у списку, оприлюдненому на сайті, 99. І у мене запитання до пана Олександра. Чи означає відсутність зазначеного акту позбавлення тепла мешканців цих будинків? І як виправити цю ситуацію? Якщо руководствоваться исключительно правилами подачи теплоносителя, то, конечно же, концерн не имеет права подавать теплоноситель на те дома, которые не полностью не подготовлены к отопительному сезону. Финалом подготовки к отопительному сезону является составление акта, которые подписываются со стороны ОСББ и со стороны теплоснабжающей организации. Мы обязаны убедиться в том, что теплоноситель мы подаем безопасно на полностью подготовленное оборудование. Без такого акта наши специалисты доподлинно не знают, можно ли подавать теплоноситель, закончились ли все работы ремонтные, которые запланировал ОСББ, готова ли отопительная система к приему этого теплоносителя. Все это вместе может привести как бы к разрушающим последствиям. Допустим, если там ведутся какие-то ремонтные работы, мы подаем теплоноситель, соответственно, подаем на людей, которые ремонтируют, они вовремя не отсекли, не обезопасили свое рабочее место. То есть мы со своей стороны приняли все меры для того, чтобы теплоноситель туда не подавался. Но в 100% случаев все эти дома на сегодняшний день с теплоносителем. И это очень как бы пугает, настораживает, и это очень неправильно. Председатели СББ самовольно, не имея актов, открывают задвижку и подают теплоноситель на дом. То есть вы доправили тепло до будинку, как зобов'язані, а далее уже відповідальність наступає або голови ОСББ, або керівника керуючої компанії. Задвижки, которые находятся на балансе ОСББ, открывает председатель СББ, в противовес, как бы, нарушая все существующие правила и нормы. То есть эти будинки 99, они отримують тепло? Они полностью с теплоносителем. Добре, а как выправить эту ситуацию? Может, пан Олексій нам допоможе вирішити это питання? Ну, это непростая ситуация. Мы зашли в этот клинч благодаря тому, что правительство в свое время упростило всю эту процедуру. Раньше это была довольно-таки непростая лесенка, которую необходимо было пройти для подписания акта готовности. Не только концерн «Городские тепловые сети» его подписывал, а и представители исполнительной власти, ну, департамент ЖКХ, там, например, или горжелуправление, и службы типа энергонадзора. Была государственная инспекция по контролю за жилищным хозяйством. Они в свое время тоже подписывали эти акты. Тогда был порядок. На сегодняшний день упрощена эта процедура, и мы вот получаем первые ласточки, которые ну, мы не понимаем пока, к чему это может привести.
Ну, не понимаем, действительно. Александр Сергеевич прав, подай теплоноситель, разорвет трубы, зальет людям квартиры. И для того, чтобы убедиться в целостности системы, необходимо ее для начала заполнить, поставить под давление. Все это проводилось городскими тепловыми сетями еще начиная с сентября месяца. Начиная от котельных, магистральных сетей, внутриквартальных, и потом запирались дома уже. Каждая управляющая компания работала, и ОСББ должны были это выполнить. Ну, мы видим уже и при запуске отопления, судя по тем данным, которые есть в тепловых сетях, по подпитке, которая происходила на тот момент, некоторые дома даже не удосужились заполнить систему перед запуском. Шановні телеглядачі, ви можете звертатися до студії за телефонами, які вказані у нас на екрані. От, а я продовжую розмову з нашими гостями і хочу запитати, а які взагалі проблеми виявилися в ході початку цього опалювального сезону, які доводиться вирішувати? Ну, прежде всего, при запуске отопления мы его в этом году впервые разбили на несколько этапов, полностью структурировали на 5 дней. Сначала запускались гидравлические режимы на отдельных районах города без запуска котельных. Потом запустили котельные, потом заполняли сети домовые, обеспечивали циркуляцию. Пане Олександре, я перепрошую, у нас маємо дзвінок. Давайте послухаємо і продовжимо розмову. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день, ми вас слухаємо. У студії ми не чуємо зараз. Зірвався дзвіночок, перепрошую. Вот, поэтому проблемы как бы у нас и делились. На котельных у нас мы в течение 28 числа запустили все котельные, которые планировали. Потом у нас были несколько порывов на сетях, а именно их было несколько десятков, которые несколько крупных было, которые отключали по 30 домов. Это было в Александровском районе, в Заводском районе. Вот. Потом, на протяжении недели, которая была 28 числа, мы эти проблемные вопросы устраняли и подавали теплоноситель на, собственно, дом. А на поточный момент, вы знаете, маете информацию, где не відповідає температурный режим, кто відповість? Не, ну, по температурному режиму. По температурному графику, значит, все наши котельные работают согласно температурного графика, который утверждается на год. Этот график был утвержден, сейчас он в работе. Все котельные работают в температурном режиме. На домах температура, которая плановая. Температурный режим в домах сейчас трудно оценить, потому что погода, которая сейчас, она ну, практически соответствует тому температурному режиму, который так, должен говорять, быть в квартире. Говорят, что погода подивилась на цены на газ, да, и решила дать субсидию украинцам таким чином. Цена на газ в ноябре самая низкая за последние 4 года. Зрозуміло. Ну, это ж и проблемы тоже возникают из-за этого. Люди ждут, чтобы батареи были горячие, чтобы стена прогрелась, чтобы в квартире стало комфортно. Ну, на сегодняшний день это ну, сложно сделать. Если городские тепловые сети поднимут температуру теплоносителя, само собой теплосчетчики будут считать больше. Мы же тоже не хотим, чтобы людям пришли заоблачные счета, когда на улице температура плюс 15. Поэтому балансируем. А проблемы, которые еще есть на сегодняшний день, ну вот смотрите, на 4 число теплоноситель был подан на все дома. Ну, в течение недели были небольшие проблемы там на определенных домах, которые там теплосеть устраняла там в регламентные сроки, там небольшие аварии. Были аварии на сетях внутридомовых, там управляющие компании их устраняли. Ну, как по мне, не полностью отработана система регулировки внутридомовых сетей по жилым домам. Поэтому есть проблемы. Вроде как бы управитель отработал, зашел на дом, открыл элеваторы, да, там просмотрел, проверил и отчитался, что дом запустили, все нормально. Но половина дома либо завоздушилась, его не протравили, либо где-то задвижка что-то случилось. То есть недостаточно качественно отработано полный спектр услуги по дому. Пошли на следующий дом, этот дом оставили на потом. Из-за этого целый снежный ком
накрутился, сейчас его раскручиваем в обратную сторону совместно с колл-центром 1580, собираем, где массовые заявки есть, уже аварийка на полную катушку работает круглосуточно и помогает вытягивать ситуацию. Поэтому есть проблематика, есть однозначно. Но если брать статистику, аналитику прошлых лет, этот отопительный сезон, даже с теми проблемами, что скрывать, ну, половина сетей у нас в Запорожье изношена, Александр Сергеевич может конкретно сказать, да, и те порывы, которые были, мы их ожидали. Мы их ожидали, хоть и проводили гидравлические испытания, но понимали, что трубопровод, он не вечен и где-то его порвет. Поэтому, но слава богу, устранили и не допустили там ситуацию, которая была там позапрошлом году в Харькове и в прошлом, по-моему, тоже. Ну, в цьому році вже в Києві така ситуація трапилась. Это беда всей Украины. И действительно, тут смеху мало. Это может ожидать любой город. Если не влаживать деньги в реконструкцию сетей, это придет и в Запорожье в том числе. Мы про це ще поговоримо. А зараз я хочу поговорити про ціну на опалення. Із підвищенням ціни на газ, от я маю прейскурант на природний газ від «Нафтогаз України» на жовтень і на листопад. Да? І він різниця, у жовтні це з ПДВ для підприємств, що споживають більше 50 кубометрів газу, коштувало тисячу кубів, да? 5878 гривень 80 копійок, а вже з листопада це 7033 гривні, якщо оплачувати наперед. А якщо по факту, то це буде 7755 гривень 60 копійок. Це прейскуранти «Нафтогазу». У мене перше питання. Як ціна на газ відіб'ється на ціну на опалення? І друге питання, це до вас, пане Олександре, а друге питання до пана Олексія. Скажіть, будь ласка, чи будемо ми отримувати газ? Я знаю, є заборгованість населення, зокрема, оплати за газ. І говорилося про те, що «Нафтогаз» більше не буде відпускати нам газ. Є якісь ліміти, якщо ми не погасимо заборгованість. Чи будемо ми мати газ в зимку? Давайте почнемо з пана Олександра. У вас не совсем, ви взяли не совсем ту табличку, которая нам соответствует. Угу. У нас теплопроизводящие организации, они покупают газ по так называемым постанове Кабинета министров ПСО, то есть подкладание специальных обов'язків. Эта постанова регламентирует, каким образом и по какой цене теплопроизводящие организации для нужд населения должны приобретать газ. Там чуть-чуть другая цена, она 4600 на ноябрь и 4200 на октябрь. Угу. Вот. Но это с ПДВ или без ПДВ? Без ПДВ. А без ПДВ. Ну, да. Додайте ПДВ, вона не дуже буде її відрізняти. Ну, да. Трошки буде менше, так, погоджуюсь. Да. І в рамках этой постановы про ПСО сказано, что предприятие должно оплачивать 90% от всего потребленного газа на нефтегаз. При таких условиях лимиты и номинации для этого предприятия выделяются, и предприятие может потреблять эту услугу. Вот. Но сейчас мы имеем оплату 93%. Если население хотя бы на 3% заплатит меньше, чем оно сейчас платит, то естественно, процент платежей для НАК «Нефтегаза» снизится. Это 3% — это не такой большой запас. И сейчас, в действующих условиях, «Запорожгаз» уже подписал договор с НАК «Нефтегазом», где обязался при первом требовании НАК «Нефтегаз» отключить любого должника в течение 2 суток. Соответственно, если мы упадем ниже, чем 90%, в течение 2 суток может прийти інспектор «Запорожгаза» і перекрити задвіжку на котельні. Це зрозуміло. Ну, це ви розказуєте свою внутрішню кухню. А нашим телеглядачам цікаво, як відіб'ється нова ціна на газ на ціну на опалення. Наскільки вони... населення. Це для промпідприємств поки ні, ну, що. Це я ж про промислові підприємства вже пан Олександр пояснив. Але все ж одно вона збільшується, ціна на газ. Як опалення буде коштувати? Наскільки дорожче? Скажімо, по відношенню до минулого року. Смотрите, сейчас дорожает не цена на газ, сейчас дорожает услуга транспортировки по сетям Украины и услуга транспортировки по сетям области. Все вместе, все эти три платежа, цена на газ, услуга транспортировки, может подорожать, транспортировка дорожает в 2 раза. Но в общей цене на газ это подорожание составит примерно 20%, если утвердит национальная комиссия. Если нацкомиссия это утвердит с 1 декабря, к примеру, то
ориентировочно с 1 января, а может быть с 1 февраля, они должны будут пересчитать и цены на все остальные услуги, связанные с газом. В себестоимости тепла 85% составляет газ. То есть рост на 20% примерно даст рост 10-13% стоимости тепла. Нацкомиссия обязана будет сделать такой перерасчет, если примет решение о повышении цены на газ. Ну, зрозуміло. І до вас запитання було щодо боргів і чи будемо отримувати газ. Долги сумасшедшие, население должно там под миллиард гривен. Но я же говорю, Александр Сергеевич говорил о том, что если мы будем держать процент оплат выше 90%, и, к сожалению, мы никаким способом, бюджетом это подпереть не можем. Должно быть действительно оплата населения, идет расщепление, и Нафтогаз видит эти оплаты. То есть сейчас все зависит от жителей города Запорожья. Как будет проходить оплата, значит, мы будем получать номинации. Если оплата не пройдет, у нас будет большая проблема. Бюджетом города мы помогаем городским тепловым сетям вот в этих моментах, когда, смотрите, Александр Сергеевич сказал о том, что цену на транспортировку утвердят и, само собой, повысится у него затратная часть 1 декабря, а цену на услугу по отоплению утвердят, ну, дай бог, 1 февраля. То есть эти два месяца он будет нести убытки, он не сможет людям начислить это разницу увеличения. Поэтому нам приходится ежегодно дотировать городские тепловые сети из бюджета города для того, чтобы, ну, не настал коллапс, нам не выключили газ. На цей рік ви прогнозуєте це датування, так? Я розумію. У нас это все, да, запланировано, и на следующий год мы будем планировать дотации, потому как, ну, ситуация в стране особо не меняется. И все мы прекрасно понимаем, что сделать что-то стабильное в системе ЖКХ, ну, просто невозможно. Поэтому живем, так сказать, от номинации к номинации. Пане Олександре, до вас ще запитання таке. Ви сказали, що будете відмикати від опалення боржників. Як це буде фактично виконуватись? Ви будете будинки відключати чи конкретні квартири? Як це буде? Смотрите, сейчас происходят активные изменения законодательства ЖКХ. И сегодняшнее состояние дел таково, что мы действительно имеем возможность и имеем право отключить или ограничить поставку тепловой энергии должнику. Для того, чтобы всех успокоить, в дом, как бы сказать, в жилой дом не все 100% квартир должники, а отключить можно весь дом целиком. Поэтому, если мы отключаем весь дом целиком, мы нарушаем, как бы, права и конституционные права тех людей, которые платят полностью. Поэтому это, конечно, недопустимо. Но есть, да, конечно, такие дома небольшие, одна-двухэтажные, где все должники. Такие дома, конечно же, мы будем предупреждать людей о том, что вероятно отключение. Ну и на сегодняшний день мы отключили всех, без исключения, отдельно стоящие дома, это нежилые дома, отдельно стоящие здания, где находятся какие-то организации, юрлица. Если там есть организация и они должники, это здание сейчас стоит отключенное от теплосетей полностью. Таких зданий большое количество. Это и Облэнерго, это и, ну, много-много разных, и Электротранс. То есть все, кто должен, сейчас отключены. Тобто це переважно підприємства. Да. Житлових будинків середини. Сейчас концерн знаходиться в такой ситуации, что нам еле-еле хватает, чтобы рассчитаться за воду и за электроэнергию. Бюджет помогает нам выплатить зарплату. Соответственно, все предприятия, которые нам должны, это нежилые дома, они отключены. У нас тут вже не перша програма присвячена темі опалення, і гості попередніх програм зробили деякі пропозиції. Я прошу, давайте ми їх послухаємо і обговоримо, наскільки вони слушні з вашого погляду. Будь ласка, давайте послухаємо Максима Рогальського, президента Асоціації ОСББ Запоріжжя. Треба таки мати політичну волю в нашому місті та створити при комунальних підприємствах наглядові ради. Тому що не завжди керівники, які займають свої посади, вони можуть передбачити або розглядати інші якісь можливості для того, щоб підприємства були незбитковими. У нас є чудові приклади Києва, Вінниці, інших регіонів, де створені наглядові ради і комунальні підприємства виходять з боржників і мають кошти на провадження робіт.
Ось така думка була висловлена. От що ви думаєте з цього приводу? Я лично? Так. Та я теж можу розказати багато чого цікавого. Ну, коли, якщо я розумію ситуацію, яка є в країні, я розумію ситуацію на підприємстві і в місті, із трьох цих составляючих я розумію, що все не так просто. Как хотелось бы. Можно создать все, что угодно. Мы помним прекрасный фильм «Собачье сердце». Сколько ни пой, революция лучше не будет проходить. Можно создать наглядовые рады. Мы создавали в свое время, в 2014 году, при каждом предприятии коммунальном, такие там, как бы, громадские советы, или как-то не помню уже. Ну, ни к чему это не привело на самом деле. Никому не было интересно зимой считать количество машин, которые выезжают на улицы города Запорожья в Луаде, и подсказывать хотя бы, может, взять лопату, раскидать этот щебень. Не, для начала надо понять проблематику, которая происходит, и из-за чего происходит нехватка денег на предприятии. Потом можно создавать все, что угодно. На сегодняшний день то, что есть по концерну городские тепловые сети, это проблематика с утверждением структуры тарифа предприятия НКРЕ КП, которая, начиная с середины 2018 года, вообще, хоть мы документы сдали, не принимает и не выносит пока еще на рассмотрение структуру тарифа. Это первое. Второе, постоянные скачки и дельта, вот эта, которая, о том, что мы только перед этим говорили, которая возникает в разрыве между постановами Кабмина там, или НКРЕ. Ну, это самое главное. Остальное, я думаю, в силах руководителям предприятий и самим порешать эти вопросы, если бы у них не было вот этого давления извне. Наглядовые рады можно создавать. Понять, для чего? Для того, чтобы, я извиняюсь, что скажу, кто-то сел на схемы, либо лоббировал свои интересы, либо действительно люди хотят предложить что-то новое и правильное. Но для этого не надо наглядовых рад. Для этого открыты двери у всех. Дякую. У нас дзвіночок. Я перепрошую. Давайте послухаємо запит. Слухаємо вас уважно. Ми вас чуємо, кажіть. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, у мене такий вопрос. Я живу на Казачьей 1, до сегодняшнего дня нет отопления и не было даже попытки подключения. 16-этажный дом, 128 квартир. Никто не принимает никаких решений. Служба 1580. Скажите, у вас ОСББ чи керуюча? У вас керуюча никаких не принимают. У вас керуюча компания або ОСББ? Отопление в доме. Хотела... Пані, у вас керуюча компанія чи ОСББ? Спасибо. Пожалуйста. Вона нас не почула. Не, ну, посмотрим, разберемся. Возможно, это недоработка управляющей компании. Возможно, этот дом действительно ОСББ, еще сам председатель не открывал. У нас много есть таких случаев, когда люди звонят, пытаются выяснить, едет и аварийка, оказывается, дом ОСББ, а председатель просто-напросто еще не принял решение об открытии задвижек, а полдома об этом просто не знает. И такие ситуации бывают. Ну. Зрозуміло. На цьому час наш в ефірі вичерпано. У мене ще залишилось багато питань до вас. Ми їх візьмемо і відповімо вам письменно. Кажуть, що ще маємо дві хвилинки. Тому давайте ще одну пропозицію подивимося. Покажіть нам, будь ласка, пропозицію Олега Германюка, до речі, депутата Запорізької обласної міської ради. Він запропонував таке. На сесії міськради ми будемо ставити питання про залучення керівників ОСББ та управляючих компаній до розробки стратегічного плану розвитку комунальних підприємств, відповідальних за міські комунікації, зокрема концерну «Міські теплові мережі». Як ви думаєте, наскільки це продуктивний шлях, щоб керівники управляючих компаній ОСББ долучалися до розробки, принаймні, планів реконструкції, розвитку тепломережі, мережі гарячого водопостачання?
Я с большим уважением отношусь к коллегу Германюку. Он постоянный член комиссии по жизнеобеспечению. Я стараюсь не пропускать эти комиссии, и он тоже практически всегда там бывает. И эта комиссия депутатов, которая может задать любой вопрос, получить любую информацию, у них для этого достаточно полномочий, в любую среду и даже не в любой день недели. Им не надо ждать наглядовую раду, им не надо ничего создавать. Они могут в любой день получить всю информацию исчерпывающую по их вопросам. И они могут предложить в любой день свои предложения. Мы видимся каждую среду, мы общаемся каждую среду, и этот процесс, он может происходить без объявления каких-то там намерений, протоколов, создания, учреждения и так далі. Це слишком длительний процес але для того, щоб важливо таке розуміння того, чи готові ви в цьому сенсі співпрацювати і чи хоче міська влада це реалізувати. До сьогоднішнього дня всі пропозиції, які поступали, вони були слишком локальні, вони були касались якогось конкретного дому. Поэтому, если есть специалисты, которые готовы действовать на уровне города, конечно же, мы открыты к общению и сотрудничеству. Либо есть месседж, хороший месседж, красиво звучащий, но под ним мало что происходит на самом деле. Ну, что такое участвовать в разработке стратегического плана? Ну, такие слова прямо. Да, у нас сетям уже половине сетей, уже все, хана. Давайте вместе думать, где взять деньги. Составляющая... Ну, ты маете на увазе. Так, а что здесь, поймите, инвест-программу утверждает НКРЕКП, которая, я не знаю, 8 миллионов, да, там, 8 или... миллионов. 8 миллионов. Вы представите себе, что можно сделать в городе на 8 миллионов по сетям? Давайте ми на цій темі поки що зупинимося. Я беру з вас зобов'язання брати участь в наших програмах, відповідати на наші питання. Бачите, ще їх скільки багато залишилося. Будемо контактувати. Я вам вдячна, що ви сьогодні були з нами. Спасибо. А з нашими телеглядачами ми допоки прощаємося. До зустрічі у програмі «Тема дня». Пильнуйте себе і Україну. Спасибо.